Давайте я на примере реального кабинета, реального человека покажу вам, как это в жизни происходит. Мы при входе в свой личный кабинет вводим свой ID. У нас нету логинов именных, словесных, у нас цифровые вариации вашего имени пользователя. Я набираю пароль, открывается кабинет, который показывает следующую ситуацию. Кабинет у нас сделан специально для международной работы в английском и русском вариантах. Уже по умолчанию включен русский язык. Давайте сделаем легкий экскурс. Обратите, пожалуйста, внимание, в разделе «Генеалогия» у вас есть линейный маркетинг и единая цепочка. Через определенное количество времени программисты загрузят сюда нашу третью платформу «Единая команда», и вы все сможете уже из кабинета, а не Excel-формата документа, видеть свою инфраструктуру единой команды. Но давайте все по порядку. Итак, наша Анна не пригласила на сегодняшний день ни одного человека, но Анна зарегистрировалась как активный бизнес-партнер за 50 евро, оплатив годовую активность за 30 евро и оплатив участие в единой цепочке за 20 евро. И цепочка как раз-таки показывает ту ситуацию, что у человека может не быть ни одного еще человека лично приглашенного, но под ним уже выстраивается вереница незнакомых людей, потому что все те люди, которые придут в бизнес чуть позже, они все будут под вами. Все. Компания готова работать долгие годы, потому что наш базис формируется на сотрудничестве с производствами, а это вечная тема. Фабрики и заводы были всегда. Семья со своим потреблением и нуждами в товарном и финансовом обеспечении будут всегда заинтересованы в производствах. И мы объединяем эти две вечные темы – производители, семья. Напрямую, без каких-либо посредников. И создаем для вас программу лояльности, которая даст вам настоящий прорыв в финансовом обеспечении себя и вашего дома. Но давайте теперь о том, как же устроена единая цепочка и что она может дать даже сегодня одинокому бизнес-партнеру, который еще даже не начал строительство собственной команды. Вы видите, что под Анной есть зарегистрированные люди, и вы, наверное, обратили уже внимание, что под какими-то номерами видны единички, двоечки. К вашему логину добавляется какой-то цифровой формат, единица, цифра 2, 3 и так далее. Что это значит? А это значит, что циклично все бизнес-партнеры через 3 новые регистрации будут выходить на новый и новый доход, опускаясь вниз цепочки. И если мы сейчас нажмем на нижнее место, то вы будете просматривать глубину команды. И таким образом видеть, что кто-то уже выходит на новый свой доход, и финансовая сторона будет отражаться у вас в кошельке. Таким образом, вы можете листать и листать вереницу бизнес-партнеров, да, у кого-то уже выставлены фотографии и так далее. Это история Анны, которая, напоминаю, не пригласила в бизнес еще ни одного личного приглашения.
Но давайте обратим внимание, а сколько же Анна уже на сегодняшний день заработала? У нее в кабинете 18 евро. Как же это может быть? Дело в том, что Анна очень давно зарегистрирована в нашем проекте, и она уже дважды циклично выходила на доход в цепочке, в единой цепочке, которую я вам сейчас демонстрирую. И если я открою кошелек и покажу вам информацию из кошелька Анны, то вы видите, что бонус за уровни от совершенно случайных людей, которые позже Анны зарегистрированы в бизнес, от них получены определенные доходы. Может ли это радовать человека? Конечно же, да. И ведь это еще тот уровень, когда бизнес практически не начинался для Анны. Все только впереди. Далее. Каждый будет принимать решение, как он организует свою команду, кто будут его личные приглашения, сколько таких будет в жизни человека. Это все индивидуальное решение каждого из вас. Мы готовы вас поддерживать во всем, обучать, создавать эту инфраструктуру и помогать каждому человеку получать очень серьезный официальный доход.